На пятой неделе зарегистрировано в районе 3333 случая гриппа ОРВИ. По совокупному населению у нас превышение недельного эпидпорога составило 12%, что значительно ниже, чем было на прошлой неделе, когда он составлял 56,3%. Надо отметить, что произошло снижение заболеваемости ниже пороговых уровней в таком возрасте, как от 0 до 2 лет у детей. Снижение на 20% произошло. На прошлой неделе превышал порог на 15%. Также произошло снижение заболеваемости у детей в возрасте 7-14 лет. То есть это наши профилактические мероприятия оказали свое действие. На прошлой неделе превышение этого порога было почти на 43%. Однако в возрасте 3-6 лет у нас превышение до сих пор порога идет на 33%, но это меньше, чем было на прошлой неделе. И взрослые старше 15 лет тоже болеют, но опять же на прошлой неделе превышение порога заболеваемости было на 42% в этом возрасте, на этой неделе уже 16%. То есть можно сказать, что пошло на спад? Надеемся на это. Да, эта неделя у нас еще будет показательной, и мы посмотрим, какие будут показатели заболеваемости.